Ухаживать за больным человеком всегда нелегко. Для правильного ухода необходимы специальные знания. Каждая болезнь диктует свои правила. Основная цель его – это две составляющие. Первое – обучение родственников онкобольных пациентов правильному уходу за пациентами, которые проходят разные этапы лечения, связанные с онкологической патологией. И второе – это информирование, повышение медицинской грамотности нашего населения в области онкологии. Комната в студенческой поликлинике на территории студгорода ПГУ, где будут проходить занятия, оборудована всем необходимым. Здесь нет современного оборудования, условия приближены к бытовым. В создании школы онкологам Приднестровья помогал Максим Митев, студент медицинского факультета. Своими руками он, например, сделал манекены для практических занятий. В дальнейшем планирует бороться с недугом вместе с организацией. Обучение будет состоять из уроков, то есть это пары, подобно парам в университете. То есть каждое занятие будет посвящено определенной теме и будет разбиваться по частям, по главам. Также каждый урок, каждая пара будет прикрепляться как теоретической частью, так и практической частью для закрепления всех знаний. Занятия в школе онкобольного начнутся в сентябре. Уроки будут проводить врачи-онкологи и опытные медсестры, которые ухаживают за раковыми больными. Онкологи Приднестровья ждут на занятия всех желающих помочь себе и родному человеку. Анна Павленко, Александра Комплеева, Первый Приднестровский.